очень мало места, такой коридор, вот входная группа. Вошли, тут розетка, тут вот так вот. Ой, зато номер, Юль, смотри, какая ванна нормальная. Кабинка, ну, в смысле, душевая кабина. Туалетка и... Тут какой-то недоюзер. О, вспышка включилась. И вот, собственно, номер, большой шкаф. Так, с другой стороны. Вон тебе фен лежит. Вот полотенце, видела? Угу. Вот такая двухспальная кровать, подушки, конечно, блинчики. Телевизор, телевизор Хайер с приставкой. Пришли, кстати, телевизор почему-то был включен, странно. Балкон, даже пепельница, полотенцесушитель, бассейн не с этой стороны. Тут еще бассейн есть, я вам покажу. Вид, конечно, шикарный. Ладно, такой номерок. А свет тут как-нибудь включается? Ну, включи. Вон, как хоть свет посмотреть. Вон! Да. Зато потолки какие. Канди куда запихнули. Он в люстру дует. В эту. Как эта штука называется? В шторки. Ладно, короче, пойдем гулять. Вам еще что-нибудь. Вот наш отель. Корсар. Тут такие чуваки стоят. Еще кофейня ихняя. Это. Короче, у нас тур был. Ну, я уже рассказывал. Такой бассейн подогреваемый. 3-4 градуса. Ну, отсюда я вам бы не советовал, наверное, прыгать. Максимум с мой рост. Даже меньше. Тут улица уже идет. Сейчас мы с той стороны посмотрим. Тут шлепки свои стоял. Ну вот улица уже видно. И вот такой бассейн. Да, прикольное местечко поплавать. Водоклад 3-4 градуса, правда, сейчас воздух, наверное, 21. Прохладненько выходить. Советую, если вы едете не в сезон, бассейн, кому есть нужен. Отель Корсар. Номера средненькие. Ну, по цене, смотри, зависит от какое время года. Одна.